Итак, всем привет. Рубрика «Открытый микрофон». Сегодня с вами Александр Котин. Расскажу о своем видении финансовых рынков. Как обычно, если какие-то появятся вопросы, welcome в комментарии. И в следующем ролике, который выйдет через 2 недели, я на все ваши вопросы обязательно отвечу. И хочу напомнить, что также вы можете по ссылке в описании перейти и записаться на мою бесплатную консультацию. В течение 40 минут я поработаю с вашей ситуацией, разберем, где вы сейчас находитесь, куда хотите прийти, что вам мешает прийти туда, куда вы хотите, в вашу, так скажем, точку Б. И сделаем план действий, которые вам помогут либо самостоятельно прийти вот в эту вашу точку Б, либо с моей дальнейшей помощью, если вы посчитаете, что она вам необходима, моя дальнейшая помощь, то я вам расскажу о том, как ее можно получить, в каком формате и так далее. По ссылке вы перейдете сразу в мой WhatsApp, договоримся о времени звонка, я вас запишу на свободное время, и в неделю у меня есть только 3 свободных места. Поехали. Дальше перейдем к евро-доллару. Давайте посмотрим, что здесь происходит. В прошлом обзоре, насколько я помню, я предполагал, что мы можем сменить тренд, а еще 2 недели назад, или там сколько, 4 недели назад, я говорил о том, что, скорее всего, мы идем в 5-ю волну. Это был мой первый вариант. И вот это так и происходит. Я не говорю, что я там построил какой-то прогноз, и он сбывается. Я всегда смотрю на то, что происходит в текущий момент на рынке. И вот по этой части графика на 4 часах у многих были вопросы, особенно в моем инстаграме. И потому что у меня есть инстаграм, там в сторис я рассказываю иногда о том, какие у меня открыты сделки. Вы можете на него подписаться, Александр Котин. Так он и называется. Ну, либо ссылка есть у меня на моем канале в YouTube. В общем, здесь я усмотрел неправильную коррекцию, где волна B, вот ее зигзаг хорошо виден, вышла за максимум первой волны. Такие коррекции случаются. А вот эта вот пятиволновка вниз, это была волна C. И, собственно, вот отсюда пошла у нас 3-я волна. И мы это видим по наклону движения цен. Здесь я заходил в покупку, рано отсюда, конечно же, вышел, но при этом, почему я это сделал, потому что нестабильный рынок, и я на таком рынке стараюсь прикрыть позицию и долго ее не удерживать. Ну, цена пошла выше, окей, она идет без меня, но я уже что-то здесь взял, и это уже хорошо. Я считаю, что евро может у нас и дальше вырасти, обновить максимумы на дневном графике. Тоже касается и фунта. Если мы с вами обратим внимание на дневной график, на мой взгляд, здесь у нас первая, вторая, третья, четвертая. И мы где-то в пятой волне. В пятой у нас первая, вторая. И я думаю, что здесь у нас будет достаточно сильное развитие на этой неделе. Вверх. Имеется в виду движение вверх. Потому что в 4 часах здесь прослеживается пятиволновка в первой волне. Это у нас, скорее всего, все вторая волна, хотя здесь, если вы обратите внимание, был так называемый EBC паттерн, и то, что мне нравится торговать, это вот этот вот зацеп минимума волны А волной С, но здесь не образовалось сигнала, то есть дивергентного бара, и не образовалось движение резкого вверх, так называемой третьей волны. Это означает, что здесь, скорее всего, то, что мы видели в виде вот такой вот коррекции до этого, стало некой волной А в сложной коррекционной структуре. И, вероятно, здесь развивается сложная коррекция в виде треугольной коррекции, может, в виде плоскости и так далее. После чего можно будет попытаться найти завершение этой коррекционной волны и найти точки входа на покупку в 3-ю волну, вот этой самой волны 5 дневного графика. И я думаю, что здесь возможно будет эти точки входа найти. Единственное, что надо просто подождать, не надо торопиться. Надо просто подождать. Франк я обычно не беру в один портфель с евро и фунтом, потому что здесь очень сильная корреляция. И если мы посмотрим с вами на 4-часовой график, это 1-2 паттерн, мы явно в 3-й волне, здесь параллельный рынок. Прекрасно это видно, и я считаю, что мы можем вполне также обновить минимумы, пока тут тоже все идет против доллара. Иена для меня это более сложный инструмент. Я стараюсь ее торговать крайне редко, я стараюсь сюда сильно не лезть, скажем так, потому что
эта ситуация, точнее, которая здесь складывается сейчас, она пока еще не прояснилась. На мой взгляд, это импульсная волна, и возможно, что коррекция, вот текущая коррекция, она не закончена, и мы придем в зону предыдущей коррекционной волны 4, вот всего этого импульса вниз. Поэтому пока я наблюдаю за этой ситуацией, и вот тот ABC-паттерн, который вверх у меня здесь обозначен, это, скорее всего, только волна А, и мы находимся в какой-то волне B. А волна B у нас чаще всего может усложняться, поэтому с иеной я не тороплюсь. Дальше что? Австралийский доллар. Как мы с вами и говорили о том, что на дневном графике вот это не может быть вся коррекция этого пятиволнового импульса. Скорее всего, это только волна А. И так как мы не пробили минимум, здесь нельзя говорить о построении пятиволновки. Здесь у нас образовался сигнал на покупку. Это дивергентный бар, вот его хорошо видно. Как бы не совсем с верхним закрытием, где-то с нейтральным закрытием. Но его закрытие ближе к верхней половине. И очень вероятно, что мы можем уйти здесь в сложную волну B, да, то есть А и Б. То есть когда А тройка, а не пятиволновка, то мы можем, грубо говоря, ожидать развития сложной коррекции, либо такого-то треугольника, либо какой-то плоскости. Но никак не, скажем так, зигзага, который уходит обычно в 38,2 от предыдущего импульса. Обычно такие плоские коррекции, они доходят до 23,6 по FIBA, естественно, и не доходят до 38,2. Поэтому эти знания, они, в принципе, нам помогают понимать, что на рынке происходит. Когда мы с вами заходим на 4 часа, здесь, конечно же, прослеживается пятиволновой импульс. Мы можем здесь дождаться коррекции этого импульса и посмотреть, будут ли здесь паттерны на продажу, точнее, будет ли здесь паттерн, ABC-паттерн с сигналом на продажу, либо нет. Это покажет время, поэтому таким рынкам я обычно даю возможность самоорганизоваться, я не форсирую события, наблюдаю за тем, что происходит. Новозеландский доллар, на мой взгляд, также была волна А, возможно, здесь усложнение идет волны B. Потому что волна B – это волна, которая чаще всего склонна к усложнению, и в ней могут быть различные типы коррекций, как обычная простая зигзагообразная коррекция, так и сложная коррекция по типу треугольной, либо еще какой-то формы. Поэтому в данный момент на австралийцы и новозеландцы, на мой, естественно, скромный взгляд, нет сильных точек входа и нет ситуации, точнее, с высоким потенциалом. Вот так я их называю. Про это, кстати, я делал отдельный ролик недавно на своем канале. Можете зайти посмотреть. Ссылка также на мой канал в описании к данному ролику. Если мы возьмем канадский доллар, здесь также тройка вверх. Скорее всего, это только лишь волна А. Потому что это не может быть всей коррекции чисто по времени. Это не гармонично выглядит. Опять же, естественно, на мой скромный взгляд. И то, что вниз идет, это волна B, скорее всего. И, возможно, у нас будет возврат к максимуму волны А. Потому что обычно, когда волна А тройка, опять же, мы не доходим до 38,2. И остаемся в районе 23,6. И можем уйти в какой-то диапазон треугольный. Можем уйти в плоскую коррекцию и так далее. Поэтому то, что внутри дня происходит, я бы на это не ориентировался, как на построение какого-то пятиволнового импульса, и смотрел бы на возможность возврата цены внутрь формирующегося здесь диапазона, который ограничен, ну, где-то сверху 1.34, а снизу 1.30. Вот. Но обычно я на цифры не обращаю внимания, так как визуал, в принципе, у меня... репрезентативная система, скажем так, основная, это визуальная, и я смотрю непосредственно на график цены. Вот такие особенности я себе знаю, делюсь. По золоту я до сих пор стою в покупках на своем большом торговом счете. На этом счете у меня сделки по золоту нет, так как она просто не прошла по рискам. Про этот счет я рассказывал также на своем канале, для чего я этот счет завел и что я хочу продемонстрировать в течение нескольких лет на данном счете, так как это, в принципе, у меня такой небольшой проектик, он долгоиграющий. Вот. А золото, я считаю, что у нас вырастет, и что здесь у нас завершилась третья волна, четвертая, мы находимся в какой-то пятой волне, где-то в ней была первая, вторая, и со временем, я думаю, мы можем пойти выше.
Сделки у меня были открыты еще в конце сентября. Это сделки среднесрочные. И я там еще делаю несколько добавочных входов, ну, то есть доливаюсь. Серебро, история примерно такая же. Здесь был дивергентный бар, зацеп минимума волны А, которая была тройкой. Опять же, вот обратите на это внимание. Это мои любимые точки входа, когда идет зацеп минимума волны А. Волной С появляется так называемый дивергентный бар, и мы заходим в новое движение. То есть все четко. То есть сигналы в моей системе, вот в моем подходе, ну, естественно, в подходе Билла Вильямса, они очень четкие, и это мне нравится. То есть есть привязка сделки к конкретной цене, есть привязка стопа к конкретной цене. То есть мы не в чистом поле сделку открываем, потому что нам так захотелось, да, то есть потому что мы решили, что нам здесь надо купить. И непонятно, где ставим стоп там за 300 пунктов ниже. А мы четко понимаем, где нам заходить, какой у нас стоп, какие у нас риски, заранее это знаем. Если у нас там депозит, например, 30 тысяч долларов, то, естественно, мы рискуем не больше 300 долларов в одной сделке, то есть не более там 1%. Ну, все как нужно. И берем ситуации 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5 там и выше. Остальное уже зависит от рынка. Вот, на этом, в принципе, и зарабатываем. Вот таким образом выглядит трейдинг. S&P 500 я не исключаю возможности, опять же, ухода в диапазон по той же простой причине, что вот то, что мы могли здесь видеть в виде коррекции, это всего лишь могла быть только волна А, волна B, потому что на NASDAQ здесь вообще есть дивергентный бар вот в этом месте. И здесь мы видим только удаление цены от линии баланса. Оно, кстати, хорошо здесь прослеживается, вот это пустое место. Единственное, что здесь не образовалось дивергентного бара. И я думаю, что мы можем пойти к минимуму этой самой волны А и образовать здесь сложную коррекцию, то есть B и C. C, да, вот так. Дальше, что биткоин. Я думаю, что биткоин может у нас максимум вот это обновить, так как здесь все-таки была коррекционная структура, дальше первая, вторая, мы в третьей волне. Но я думаю, что здесь просто завершится вот эта очередная тройка, и мы вернемся вот в весь этот диапазон, который у меня обозначен на недельном графике. То есть просто достроится вот эта волна, и все. Так как здесь все-таки дивергенция, она формируется, максимум АО он был в третьей волне, в волне С. Дальше нефть марки Brent. Скорее всего, по нефти у нас идет усложнение коррекции, так как вниз это была либо первая, либо волна А. Мы этого окончательно пока знать не можем, да это и не принципиально. А вот это все, это скорее всего уход в какую-то сложную коррекционную структуру, после которой я думаю, что мы продолжим падение. И пойдем либо в третью вниз, либо в С, потому что здесь есть альтернатива, о которой я уже рассказывал. По одной точке, с одной точнее точки зрения, от 1, 2, 3, 4, и у нас просто еще не было пятой волны здесь, чтобы обновить вот эти минимумы. А с другой точки зрения, что мы здесь завершились, это у нас первая, а это вторая. И во второй это будет А, Б, С, либо при первом раскладе это будет первая, вторая, и там мы полетим куда-то в третью вниз. Это покажет время, но во всяком случае то, что мы видим в текущий момент на данном рынке, это больше походит на сложную коррекцию, после завершения которой, я думаю, у нас придут продажи. Тут не надо торопиться пока, надо просто подождать, потому что такие коррекционные структуры, они не быстро завершаются. Что мы еще обычно с вами смотрим? Индекс РТС. На мой взгляд, здесь просто прошло удлинение. Это импульсная волна, возможно, какая-то первая, вторая. И это ABC паттерн во второй волне. Здесь есть сигнал на покупку. Но тут уже был сигнал на покупку. Если вас выбило стопом, надо снова перезаходить. Я обычно такие ситуации отрабатываю до 3 попыток. Вот. Это дневной график. Естественно, он здесь наиболее читаемый, поэтому его и нужно использовать, и на нем и нужно торговать. Что касается фьючерса на доллар, давайте его также рассмотрим. Опять же, на мой скромный взгляд, здесь развитие идет коррекции. Возможно, коррекции вот этого импульса. Да? Возможно, это какая-то уже первая волна вверх.
Но, во всяком случае, когда мы смотрим с вами часа 4, здесь все было бы хорошо и прекрасно, если бы это просто был ABC паттерн, и отсюда мы пошли в какую-то там, не знаю, первую, вторую, вверх и так далее. Но здесь идет достаточно сильный завал вниз, и я думаю, что мы можем либо обновить вот этот минимум, либо начать формировать какую-то сложную коррекцию, по всей видимости. Поэтому пока здесь аккуратно с покупками, потому как может быть усложнение коррекционной структуры. На этом у меня все. Если будут вопросы, всегда welcome в комментарии. Я отвечу через 2 недели в своем следующем ролике. И все ссылки в описании. Также можете записаться на мою бесплатную консультацию, если еще не были. И до новых встреч. Пока.